Друзья, Алексей Зернов с нашей командой избранных поймал щучку мостик 46. Ух ты, хорошая какая, Леш. Да. Ты молодец, на что поймал? Мэпс Аглия, белая двоечка. А где она у тебя сейчас? Да. Вообще молодец, отлично. Мостик 46. О, ничего себе, вот у меня такая была, по-моему, чуть побольше. Двойка, а у меня четверка, по-моему, была. Ну, молодец. Двойка. Давно поймал? Да не, полчаса надо. Ага, отлично, отлично. Смотрю, ты подготовленный, да, весь? Да, даже подсашник не это, не разокрыл. А я не раскладываю, потому что Саша рядом. Саша рядом? Да. Александр Коновалов, крутой парень, рыбак вообще. Да. Отличная рыбка, ребят, превосходная. На двушку с чем-то. Около трешки она. Вообще молодец, отлично. Отлично, ты вообще крутой парень. Так что ловим, никуда не уходим, да? Да.